Нам нужен человек твоих талантов. Я не продаюсь. Дал присягу уоррент-офицера. Умоляю, помогите. Нас выгоняют из собственных домов. И режут, как скот. Ты хочешь отомстить? Мне нужна справедливость. Но сейчас я готова мстить. Есть работа. Желающие найдутся? Трудная? Более чем. Мне понадобятся лучшие бойцы. Сколько у тебя людей? Позвольте, я вам кое-что покажу. По-моему, это медведь. В человеческой одежде. Думаю, мы друг друга поняли. Свора грязных бродяг. Скажи боссу, если ему нужен этот город, пусть идет ко мне. Ради чего ты ведешь чужую войну? Эти люди заслужили справедливость. Стреляй, давай! Полагаю, у гробовщиков работенки прибавится. Все это очень плохо кончится. Мы должны ненавидеть свою мишень! Сколько, говоришь, людей? Великолепная семерка. Через весь континент протянутся рельсы. Власть, что выставит императоров и королей полными дураками. У кого эта власть, затем будущее. Он был в маске. На белой лошади. И при нем полоумный индеец. Это был рейнджер. Одинокий рейнджер. Ты сумрачный странник. Тот, кого нельзя убить в битве. Мертвец вселяет страх в сердца врагов. Поэтому всегда будь в маске. Во имя правосудия. С Богом. След ведет на север. Вам помочь? Мы ищем одного человека. Хочу трогать. У тебя лишняя рука. Заблудились. Могло быть хуже. Хуже? По-моему, хуже некуда. Есть куда. Что боитесь? И правильно. Не сидится на том свете. Дешевле было бы позволить мне их ограбить. В стране беззакония. Как думаешь, куда они направились? Скорее всего, в Бисби. В стране бессердечных людей. Руки вверх. 22 ограбления, убытков свыше 400 тысяч долларов. Вы заметили, что он умолчал о том, скольких я убил? Мы хотим, чтобы Бена Уэйда повесили. И мы готовы за это заплатить. Я готов.
кодекс жизни. Ну что, парни, куда путь держим? На станцию. Послезавтра посадим тебя на поезд на Юму. Мог бы и промолчать. Спокойно, друг. Если вдруг потеряемся, буду знать, где вас искать. Становится кодексом смерти. Он убийца, Дэниел. Мой долг, как порядочного человека, передать его правосудию. От режиссера и продюсера переступить черту. Я хочу с вами. Обойдешься. Что ты здесь делаешь, Дэн? Разве тебе не надо защищать семью? Не делай вид, будто меня знаешь, Вейд. Мы не друзья. Я запретил тебе ехать. А я поехал. Немедленно возвращайся. Парнишка не тебя защищает, он за мной едет. Еще одно слово, я тебя лично прирежу. Вот таким ты мне нравишься. Ты уверен, что твои парни придут? Они без него растеряны, как шайка собак без хозяина. Куда его везут? Я не знаю, выпустите меня! Придут, как страшный суд. Смотрите осенью. Они уже близко, я видел. Теперь там не меньше 30-40 стрелков. Босс, ты там? Извини, но я сегодня умирать не намерен. Остался только ты, Дэн, и твой парнишка. Сожжем весь город! Рассел Кроу, отзови их. С какой стати? Потому что ты не злодей. Ошибаешься. Кристиан Бэйл, просто запомни, что твой отец повел Бена Уэйда к станции, когда все остальные струсили. Поезд на Юму. Не делай этого, Тернбулл. Умоляю. Папа! Не смей, нет! Эта отметина будет напоминать тебе о человеке, который забрал все, что у тебя было. Люди говорят, в ту ночь он стал другим человеком. Его дух перешел в иной мир, наделив взамен способностями, происхождения которых невозможно объяснить. Джона Хекс. 5 гробов. Боюсь, вам потребуется 8. Убить его! Джона Хекс. Не выглядишь шибко крутым. Эй, Хекс, чё у тебя с рожей? Брился да порезался, а что с твоей? Заезжаешь редко, но метко. Чёрт, ну и денёк, ни минуты покоя. Квентин Тернбулл. Не смей произносить при мне это имя. Квентин Тернбулл объявился с месяц назад. Он нужен нам мёртвый. Вот с этого и начинали бы. 12 августа. А что, шустро пуляет? Ну, наконец-то спросил. Судя по твоему виду, подходит. Это будущее. Причем светлое. Джош Бролин. Стрелять умеешь? А ты? Джон Малкович. Эта война начнется здесь. Меган Фокс. Теперь ты принадлежишь мне. Размечтался. Тернбулл, за тобой должок. И каково это, всю жизнь ходить с такой рожей? Скоро узнаешь. Джона Хекс. Нож в чулке остался? Вынули. А короткоствол в корсете? Забрали Джона. Все ложбинки прощупали, да? А ты бы что, отказался? Скоро на экранах. Парни, у нас еще один труп. Люди видели, как женщина спешно покидала город. Она подходит под описание нашей старой подруги Джейн. Мы допросим каждую живую душу. Перевернем все вверх дном, пока эта змея не выползет из своей норы. И когда это случится, принесите мне ее голову. Мне нужен стрелок. Парни Бишопа идут за тобой. Тебе не нужен стрелок. Тебе нужен чертов полк. Ты многого не знаешь. Когда ты ушел, Бишоп предложил защищать меня и мою дочь. У них были и другие намерения. Это вход?
Из долины всего один вход и выход. Я убегала всю свою жизнь. Они идут в мой дом. Я хочу его защитить. Стоит твоей жизни, Джейн. Не тебе решать, чего стоит моя жизнь. Много воды утекло с тех пор. Каждый должен платить по счетам. И ты не исключение. Я говорила, что больше убегать не буду. Джейн будет моей, как и раньше. Одно движение, и я снесу тебе голову. Мистер Когдар, за 4 года службы в судебной полиции, скольких человек вы подстрелили? Подстрелил или убил? Давайте ограничимся убитыми, с этой цифрой будет проще работать. Мистер Кокберн? Что, девочка? Я ищу убийцу своего отца. Его зовут Том Чейни. Найдите его, вы сможете. Как тебя зовут? Меня зовут Мэтти Росс. Так вы законник или нет? Я техасский рейнджер. Я знаю Чейни, но одному мне его живым не взять. Маршал Кокберн? Мы сегодня едем? Мы? Я еду с вами. Поздравляю! Из мародеров тебя произвели в няньки. За нами следят. Что делать, маршал? Промазал, Кокберн. Ты лучше замолкни. Я думал, ты скажешь, что тебя солнце в глаза ударило. Точнее говоря, в глаз. Много охотников за головами довелось повидать. Глупый вопрос. Мне 14. Езжай домой. Вы мне не по душе. И я не вернусь, пока мы не возьмем Чейни живым или мертвым. Чейни здесь! На помощь, маршал! И что дальше, Кокберн? Пусть ребятки задумаются, в каком аду они вот-вот могут оказаться. Чейни и его парнями шутки плохи. А я не жалею, что пристрелил твоего отца. Я убью эту девчонку! Это твоя самая большая ошибка. Tell him that God's gonna cut you down. Помоги мне! Ничем я тебе помочь не могу, сынок. Ой, смотрите, лед! А зачем такая глыба? Иначе растает. Лед везут с другого конца страны, из Бостона. Там... Ну почему у нас все через задницу? Дикий Запад – ужасное место. Буквально каждый хочет вас убить. Бухие соседи, голодные звери, злобные бандиты и даже лекарь. У нее была заноза, но медицина бессильна. Я приветствую нового члена нашей общины. Милости просим в наше захолустье. Что ни год, новые трупы. Ого! Замрите! Новые трупы. Да, новые трупы. Сегодня кто-то из вас умрет. Пожалейте, у нас первая ночь. Ты победишь его на дуэли и станешь героем. Да ты что, он же лучший стрелок во всем городе. Я помогу тебе. Ну все, я поехал. Слушай, ты же пьян, не садись в седло. Целься. Смотри, сейчас я разрежу обойму в твоей баночке. Да ну тебя. Ha ha ha!
Да, я лучший! Правда, никогда не видел. Чувствую, меня ждет сюрприз. Ладно, готов. Я тебя найду, Старк! Накша, тенаджа и меко. Ага, тена аште. Мила кунис, мила кунис. Тайджулс, негле. Чача, танжо? Уште, тасче, гууте. Вау, выглядишь восхитительно. Последний писк моды в вашем городе – необъятная задница. Если бы я был черным, ты бы сразила меня прямо на повал. Миллион способов потерять голову. Может, в нашем городке не так уж и плохо. Эй, молодые люди, прошу, эликсир бессмертия. Офигеть. Еще одно место есть. Восьмой фильм Квентина Тарантино. Его прозвали Вешатель. Если велено взять живым или мертвым, мы просто стреляем тебе в спину из засады, а потом сдаем труп властям. Но если тебя поймает Джон Рут, Вешатель, будешь висеть. Но, родимая! Знакомьтесь, Дейзи Домерги. Разыскивается, живой или мертвый, за убийство. Как взойдет солнце, я повешу эту женщину. Есть здесь кто-нибудь, кто намерен помешать мне это сделать? Так-так-так, похоже, у Минни в ближайшую пару дней скучать не придется. Похоже. Смотрите на Рождество. Восемь незнакомцев. Одна смертельная связь. Один из присутствующих. Не тот, за кого себя выдает. Один неверный шаг — получите пулю. Ни предупреждение, ни вопрос. Пулю. Другое дело. Омерзительная восьмерка. Однажды 16-летний юнец пустился в путь с ледяных берегов Шотландии прямиком в самое пекло Америки, в поисках любви. Звали его Джей. Сын леди Кевендиш. Все мы сукины дети. Опустите пистолет. Чудо, что ты себя не подстрелил. Я могу за себя постоять. Я вижу. С убийцей в дороге спокойней? Именно, парень. Тебе нужен проводник. Пойдешь один, к рассвету ты труп. Вам интересно, зачем я еду на запад? Кое-что случилось. Моя девушка и ее отец сбежали из Шотландии, а сели на западе. По моей вине. Какая она? Она прекрасна. Надеюсь, ты не левша? Им нужна Роуз? Только награда. Они убьют ее. Я веду их прямо к ней. $2000 притягивают мерзавцев особой породы. На запад едете? С запада буря идет. Беда будет. Дыши. 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 В стране беззакония самые опасные. Хоть пальцем ее тронешь, убьет! Всегда умирают последними.
Дорога на запад. Кино с 21 января. Доброго вам морозного вечера, господа. Я доктор Кинг Шульц. А какое именно, доктор? Дантист. У вас есть пациент, который меня очень интересует. Твое имя? Джанго. Ты как раз тот, кто мне нужен. Этот не продается. Как скажете. Прошу вас, не надо! На твоем месте я бы накинул то пальтишко. Ты убиваешь людей, и тебе за это платят? Чем опаснее сукин сын, тем больше награда. Сейчас моя цель — братья Бриттл. Я знаю их. Они продали мою жену. Но не знаю кому. Поможешь мне? Получишь свободу, и мы найдем твою жену. Когда выдвигаемся? В яблочко. Присоединяйтесь, сейчас будет небольшое представление. Скучать не придется. Детка, дай мне конфетку. Ты правда больше не раб? Правда. И тебе нравится одеваться как клоун? Ты точно не дантист. Дернитесь, и вы покойники. Наконец-то ты подохнешь, сволочь. Господа, поначалу мне было любопытно. Теперь вы центр моего внимания. Джанго освобожденный. Как твое имя? Джанго. Дэнни произносится.